Здравствуйте! В эфире новый выпуск «Безопасного города», который мы записываем в зале коллегии Управления МВД России по городу Севастополю. Программа о тех, кто не просто служит в полиции, но и любит наш город-герой Севастополь. Смотрите прямо сейчас в нашей программе. Эксклюзивное интервью генерал-майора полиции Павла Гищенко. Смотрите в сегодняшнем выпуске «Безопасного города». Обманываться рад. Почему севастопольцы доверяют миллионы рублей дистанционным мошенникам? Комментарий профессионального психолога. Продуктов набрали, но платить не стали. Как задерживали очень пьяных грабителей. Потомству в пример. Премьера новой рубрики об истории Севастополя. Надо было в МВД идти. Расскажем подробно, какое образование поможет сделать отличную карьеру в правоохранительных органах. На сессии законодательного собрания губернатор Севастополя Михаил Развожаев наградил знаком отличия за заслуги перед Севастополем генерал-майора полиции Павла Гищенко. Павел Иванович занимал должность начальника управления МВД России по Севастополю с весны 2020 года. А теперь президентом России Владимиром Путиным назначен руководителем в новый субъект нашей страны. Специально для зрителей нашей программы «Безопасный город» генерал-майор полиции Павел Гищенко ответил на вопросы об итогах работы в Севастополе. Смотрите эксклюзивное интервью прямо сейчас. Павел Иванович, в конце января состоялось расширенное заседание коллегии МВД России по городу Севастополю с подведением итогов оперативно-служебной деятельности за 2022 год. Скажите, удалось ли полиции Севастополя достичь всех поставленных результатов? Ну, с полной ответственностью могу сказать, что все поставленные задачи в начале 2022 года за весь 2022 год были выполнены в полном объеме. Задачи были связаны и с раскрываемостью, задачи были связаны с направляемостью уголовных дел в суд, задача была связана с недопущением каких-то осложнений оперативной обстановки в связи с тем, что мы жили весь год в условиях специальной военной операции. Все поставленные задачи, которые были связаны с введением желтого уровня опасности губернаторам, также были выполнены по охране общественного порядка. Материально-технический блок, также все задачи строительства новых объектов, которые весь год мы анонсировали, потом весь год вместе с нашими руководителями из МВД и вместе с губернатором открывали, выполнены. Выполнены на твердую четверку. Павел Иванович, в апреле 2020 года указом президента Российской Федерации вы были назначены руководителем МВД России по городу Севастополю. Вот поделитесь, с каким настроем вы ехали в наш субъект и насколько ли ваши ожидания оправдались? Настрой был великолепный, это была вышестоящая должность, это была первая моя должность, на которую я назначался исключительно указом президента Российской Федерации. Я понимал, что еду в город, который пропитан патриотизмом, так же, как и мой родной Сталинград, город-герой. Я уже неустанно об этом говорил, это города-герои. Настрой был работать. Если внимательно посмотреть, то в одно из первых интервью весной 2020 года я поднимал вопросы и ставил перед собой цели и задачи, которые в течение этих трех лет решались. О чем я там говорил? Материально-техническая база, строительство кавалерии, строительство кинологии, приведение в соответствие территориальных органов внутренних дел. Вот с таким настроем я приезжал и с теми мечтами, с которыми я в том интервью говорил, они реализованы были за эти три года. Павел Иванович, а кем вы мечтали стать в детстве? И в какой момент решили пойти именно в органы внутренних дел? В детстве я мечтал быть учителем, мечтал быть поэтом. Ни то, ни другое у меня не получилось. Вот. А сразу после армии, когда пришел, понятно, это 90-е годы, тяжелейшее время для России, поэтому было понятно, что необходимо, наверное, отдать всю свою молодость, все свое, всего себя служению Отечеству, чем я и занимаюсь последние 26 лет. Павел Иванович, какими чертами характера, на ваш взгляд, должен обладать полицейский, чтобы пройти путь от оперативника до генерала полиции? Родину любить. Родину любить на самом деле, я это искренне говорю, быть патриотом своей системы. Вот. И относиться к каждому месту работы, куда тебя направляет Родина, как к своей Родине. Вот я своим подчиненным всегда говорю, пришел к вам дедушка, сообщает, у меня своровали телефон. Вот вы должны с ним работать так, как будто это пришел ваш родной отец. Вот тогда все у тебя должно получиться, чтобы поменьше вот этого фальши было, поменьше было вот этого, скажем так,
без эмоциональности и так далее. Эмоции нужны на работе. Поэтому любишь родину, любишь свою работу, остальное все придет. Это главный залог. Не секрет, что вы получили назначение на новую должность, новый субъект Российской Федерации. Скажите искренне, тяжело ли вам оставлять Севастополь, который, я думаю, за эти годы стал для вас родным? Врать не буду, очень тяжело. На самом деле прикипело к Севастополю. Действительно, я неоднократно говорил, что земля сталинградская и севастопольская, она ментально не похожа, она одинаковая. У меня ощущение, что я приехал из центрального района Волгограда в Гагаринский, что это вообще один город. Но я искренне это говорю, люди одинаковые. Не знаю, все одинаковое. Вот пропитано все патриотизмом. И вот я люблю все города России, но только в Севастополе меня могут понять, когда я на совещании начинаю рассказывать там, о подвигах Чуйкова, там, о подвигах там, Октябрьского, там, о 35-й батарее или о Мамаем кургане, о битве. И вот это могут понять на совещании, на милицейском, наверное, только в двух главках. Это будет тяжело понять в другом городе, где не было столько, наверное, полито русской крови, российской крови, наверное. Ну, будет оставлять этот город-герой очень тяжело. Я считаю, что за тот срок, который мне был отмерен, мы и моя команда сделали все, что от нас зависело. И мне не стыдно уходить и не стыдно вспоминать вот прошедшие 3 года. Полиция Севастополя продолжает вести активную профилактическую работу по борьбе с дистанционными мошенниками. Мои коллеги всеми доступными способами предупреждают севастопольцев о новых и старых уловках преступников. Мы решили выяснить, почему люди доверяют незнакомцам и готовы им отдать свои деньги. Неужели мошенники их гипнотизируют по телефону? Ответ в нашем следующем сюжете. Для эффективной борьбы с дистанционными мошенниками уже мультики рисуют, чтобы даже ребенок понимал, как преступники могут обмануть. И тем не менее, каждый месяц находятся люди, которые попадают под влияние обмана. Что вам известно о дистанционных мошенниках? Ничего. Это те, которые в банки звонят? Ничего. То есть вам никогда не поступало подобных звонков? Поступали, но пару раз были такие конфликтные истории, но а так... В принципе, сразу можно разоблачить их. А как вы в таких ситуациях реагируете? С маленьким юмором. Обычно сразу слышно сзади шум, гам, поэтому, ну, как по мне, слышно сразу. У меня на счету сейчас заблокирован счет, и надо мне срочно куда-то дать код, что-то, какие-то смс-ки должны были прислать. Но я тут же в банк поехала, узнала, оказывается, это все неправда, и банковские работники мне, в общем-то, сказали, что такого быть не может вообще. А от правоохранительных органов слышали подобную информацию? Ну, естественно, регулярно по телевизору происходят сюжеты, что там обманули, тут обманули, будьте внимательней. Я жертва мошенников, почему-то ко мне все тянутся и через день звонят. Но я уже грамотно, я им отвечаю, не надо, а то сейчас в милицию позвоню. Я на кораблях, поэтому там люди более такие ответственные, знают, что к чему. А так я знаю, что были такие случаи. А если не секрет, откуда узнаете подобную информацию? Ну... Средства массовой информации и в троллейбусах там есть такое. Вот. А от правоохранительных органов слышали что-то об этом? Ну, да, да. У нас участковый там говорил наш в Гагаринском районе. Позвонили, он говорит, да, сейчас я вам скажу пин-код. Ну, я его, будем говорить хорошими словами, назвала и взяла трубку, и им все рассказала, куда им сходить нужно. То есть вы не ведетесь на их уловки? Нет. Вы правильно делаете. Мы решили выяснить, какие люди больше всего подвержены обману незнакомцев. Задумайтесь, входите ли вы в эту категорию. Есть люди, которые, да, как правило, это люди пенсионного возраста или люди истероидного типа личности по психологии. Ни в коем разе с ними не надо продолжать беседу. Звать мужа, жену, дочь, сына, не суть важно кого, но чтобы он был свидетелем вашего разговора. А если возможно, просто прекратить разговор. И в дальнейшем обращаться непосредственно в тот орган, к которым представлялись. Запомните совет эксперта. Как реагировать на звонки мошенников? Эти действия помогут сберечь нервы и личные средства. Используют они следующее. То есть первое – это быстрая речь.
то есть вводит человека в некое шоковое состояние, стрессовое. После этого они используют успокоительное, то есть они говорят, что с вами случилось то-то, то-то или не с вами, после чего говорят, ну, мы можем разрешить эту проблему. То есть это, опять же, психологический прием манипуляции. Соответственно, для того, чтобы это не произошло, в первую очередь надо, если вы сможете, прекратить данное общение. То есть класть трубку. Или, если можете, положить трубку, или сказать, что перезвоните через некоторое время, через час-два, я сейчас занят или занята. На любые звонки на любой из мессенджеров, это уже говорит о том, что вам звонит мошенник. Ни один орган власти не будет общаться с вами через мессенджер. Любой может попасть под влияние дистанционных мошенников. Однако предупрежден, значит вооружен. Знайте об уловках и не поддавайтесь обману. В феврале исполнилась любопытная дата. Впервые 207 лет назад была проведена полицейская операция с участием служебных собак. Тогда их чуткий нюх помог обнаружить нелегальный алкоголь. «Служим России, служим закону». Такой девиз находится на официальном гербе Центра кинологического обеспечения МВД России. А еще на нем изображены две служебные собаки. А вот как проходят тренировки у животных, смотрим в нашем эксклюзивном сюжете. Добро пожаловать в Единый центр кавалерии и кинологии. Именно здесь готовят служебных собак, которые помогают находить наркотики, взрывчатку и идти по следам преступников. Давайте вместе посмотрим, как проходят тренировки у животных. Всего здесь живут и служат 25 животных. У каждой собаки есть своя отдельная комфортабельная будка. Кормят два раза в день. Рацион сбалансированный и разнообразный. Ну вот, язык не поворачивается назвать такую жизнь собачьей. Анастасия, а вот что это за шарик у вас? Это игровой предмет. Он служит для поощрения собаки во время тренировки и дрессировки. Собаки у нас в основном делятся на игровиков и пищевиков. То есть мы отбираем собак с той целью, чтобы они всегда хотели кушать и всегда хотели играть. Но если кушать собака как бы может не всегда хотеть, особенно уже взрослая, то если собака играет с детства, то она будет хотеть играть всегда. То есть я правильно понимаю, что собака, например, когда ищет в чемоданах наркотики, то она ищет как бы шарик? Изначально, да, у собаки закладывается то, что это смешанный запах, то есть мяч и целевое вещество. В дальнейшем уже, когда навык стабилизируется у собаки, собака ищет в дальнейшем именно целенаправленно запах целевого вещества, но она всегда подкрепляется игровым предметом своим. И она понимает, что когда я найду закладку, так называемую, я получу вознаграждение мячик. Поэтому собака в процессе поиска тренируется также не обращать внимания на различные запахи, потому что запахи – это те же раздражители, то есть запах колбасы, запах какого-то печенья, горюче-смазочных материалов. Собака учится точечно и правильно находить и обозначать нужный ей запах. Служебные собаки помогают полицейским раскрывать кражи, грабежи и даже убийства. И вот сейчас Анастасия нам покажет один из мастер-классов, да, собака будет искать наркотики? Да, это так называемая тренировка по поиску наркотических веществ. Собака служебная по кличке Шаман, порода немецкая овчарка, ему будет 4 года. Анастасия, как все прошло?
Хорошо, собака при обнаружении запаха обнаруживает и обозначает именно его источник, то есть откуда он исходит. Обозначение, что такое сигнальное обозначение для служебной собаки? Это либо посадка, либо укладка, либо замирание. Любое действие, которое будет понятно его кинологу, что собака обнаружила заданный нужный ей запах. То есть собака либо садится, либо ложится. Да, либо замирает. Все в зависимости от уровня закладки. То есть закладка может быть как очень низко, так на уровне носа собаки, так и выше. Теперь вы знаете, как готовят к эффективной работе служебных собак. Их чуткий нюх, преданность и выносливость помогают Севастополю оставаться безопасным городом. Мои коллеги расследуют уголовное дело об ограблении местной жительницы, которое произошло в темном переулке. На имущество женщины покусился молодой парень, который некоторое время следил за прохожей и, убедившись, что вокруг нет свидетелей, выхватил из ее рук сумку. В итоге криминальной добычей грабителя стали документы, несколько сотен рублей, беспроводные наушники и мобильный телефон. От сумочки и документов злоумышленник сразу же избавился, а похищенным смартфоном некоторое время пользовался, после чего сбыл. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний молодой человек, ранее судимый за кражу и мошенничество. За грабеж ему грозит до 4 лет лишения свободы. Кража под камерами, видеонаблюдение. Полицейские установили, что во время стажировки 40-летний мужчина увидел, как его наставница достала из собственной сумки тысячную банкноту и передала своей коллеге. В этот момент у стажера возник преступный умысел похитить ее деньги. Незаметно для окружающих он изучил содержимое женской сумки и похитил из кошелька 15 тысяч рублей. Теперь главному персонажу этих офисных интриг грозит до 5 лет лишения свободы за кражу. Иногда состояние алкогольного опьянения может натолкнуть на поступки, отвечать за которые потом придется перед законом. В Севастополе полиция задержала двоих мужчин, решивших ограбить продуктовый магазин. Примечательно, что все происходило не поздним вечером, а ранним утром. Пока одни спешили на работу, другие старались поскорее осушить бутылку водки, которые перед этим решили украсть из магазина, прихватив, правда, еще пакет с чипсами. На этом видео орудуют двое мужчин, которых позже задержат. Причем полицейские также установили причастность одного из них к грабежу, который он совершил несколькими часами ранее. Встретил на улице своего знакомого и силой отобрал у него смартфон. Полицейские изъяли похищенный телефон и вернули владельцу. Фигурантам преступления грозит до 7 лет лишения свободы. Порой пассажиры такси перевозят в своих личных вещах предметы, которые заставляют своих владельцев нервничать и вести себя очень подозрительно. Именно такое поведение привлекло внимание инспекторов дорожно-патрульной службы, которые остановили автомобиль такси для проверки. Водитель оказался добропорядочным, а вот пассажиры везли наркотики. Заявляете то, что это не ваше, вам подбросили. Нет, я все вам сказал, что это мое, у меня было на это. В кошельке пассажира такси полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом белого цвета. Владелец портмоне, 21-летний местный житель, признался, что в пакете находится наркотическое средство – мефедрон, которое он приобрел в интернете для личного употребления. Теперь за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотиков парню грозит до 3 лет лишения свободы. В Севастопольском государственном университете в аудитории под номером 420 проходит необычная лекция, которая посвящена борьбе с наркотиками. Существует мнение, что детям, подросткам до определенного момента лучше и не знать о наркотиках. Но суровая правда нашей жизни говорит о том, что именно безграмотность в отношении наркотиков приводит к тому, что дети, подростки, даже молодежь выбирают неправильный выбор, когда им делают предложение употребить наркотические средства, так называемые безвредные. Сотрудниками полиции на постоянной основе проводятся такие профилактические мероприятия антинаркотической направленности,
совместно с другими структурами с целью того, чтобы донести до молодежи, что не существует безвредных наркотиков, рассказать им о пагубном воздействии наркотиков на жизнь и здоровье человека. Помимо представителей компетентных органов, к студентам обратился житель Севастополя, который долгое время боролся с наркотической зависимостью. А что помогло вам выбраться из наркотического дурмана? Это конкретно процесс реабилитации, восстановительный центр «За жизнь» и специалисты, которые помогали мне проходить курс реабилитации и поменять свою точку зрения вообще к жизни и отношение ко всему непосредственно. А от каких наркотиков была зависимость? Все наркотики, да, в принципе, по сути, как бы были все, но знаете, какая проблема? В тот момент, когда я употреблял, это было 7 лет назад, наркотики были немножко другие. Сегодня 20-летние там ребята на приеме у нас в реабилитационном центре у психиатра-нарколога под диагнозом понимают, что им нужно употреблять препараты, которые будут стабилизировать его до конца жизни. Не только какой-то определенный период, пока они на реабилитации, а до конца своих дней. Это большая проблема. А так наркотики, по сути, попробовал все, о чем сожалею. Я вспоминаю свои студенческие годы. Вот со мной таких лекций никто не проводил. К сожалению, меня это не коснулось, ну, меня лично. Но я вспоминаю свою молодость, были студенты, которые попали, так сказать, в пагубные сети наркотической зависимости. И что с ними стало? Знаете, тут судьба по-разному распорядилась. Кто-то из них сумел вовремя порвать, и, как правило, они добились успеха в жизни. Наверное, потому что только очень сильный человек способен вырваться из наркотической зависимости. Я думаю, это будет очень интересно, познавательно, и поможет сделать правильный выбор в жизни и выбрать все-таки здоровье, процветание и будущее. Потому что у наркоманов, как мы знаем, будущего нет. В нашей рубрике «Госуслуги. Ваш надежный помощник» мы продолжаем рассказывать о полезных опциях этого онлайн-сервиса. В новом выпуске Госавтоинспекция Севастополя напомнит о том, как получить государственные услуги в электронной форме. В цели сокращения сроков получения государственных услуг и для удобства граждан МВД России предоставляет госуслуги посредством единого портала государственных и муниципальных услуг. Вы можете подать электронное заявление на выдачу или замену водительского удостоверения, провести регистрационные действия с транспортным средством, получить сведения об административных правонарушениях в сфере дорожного движения. Заявителю индивидуально назначается дата и время приема, о чем он также уведомляется в электронном виде. Каждый зарегистрированный пользователь портала госуслуг имеет возможность через портал подать заявление на регистрацию транспортного средства, что значительно экономит ваше время, затраченное на пребывание в ГИБДД. Для этого зарегистрированному пользователю портала необходимо зайти в свой личный кабинет и выбрать раздел «Услуг МВД Российской Федерации» соответствующую услугу. Затем требуется поэтапно заполнить все поля заявления, а также указать дату оказания услуги и адрес специализированного подразделения Госавтоинспекции, в котором он намерен осуществить регистрацию транспортного средства. Знайте, что портал позволяет оплатить государственную пошлину без посещения кредитной организации, что существенно экономит ваше время. Также на сайте госуслуг запущен электронный сервис заключения сделок купли-продажи транспортного средства, чтобы дистанционно оформить договор о переходе права собственности на транспортное средство в электронном виде. Документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный вариант. Заполнение и подписание договора обеими сторонами занимает в общей сложности не более 10 минут. Для подписания договора в электронном виде необходимо иметь учетную запись на портале государственных услуг и мобильное приложение «Госключ». Причем сервис автоматически проверит наличие ограничения на автомобиле, необходимого транспортного средства, в розыске или в залоге. Знайте о возможностях портала и пользуйтесь госуслугами в электронном виде. Это просто и быстро. В этом выпуске программы «Безопасный город» состоится премьера рубрики, которая посвящена истории нашего любимого Севастополя. И начать мы решили с первого памятника, который был установлен в Севастополе. Что это за монумент и какая с ним связана история, расскажет моя коллега Екатерина Кривенко. Смотрим прямо сейчас вместе премьеру рубрики «Потомству в пример». Thank you.
В этом году мои коллеги совместно с журналистами Севастопольского телевидения подготовили патриотический медиапроект «Потомство в пример». Он поможет вам познакомиться с героической историей Севастополя. За моей спиной находится первый памятник, который был воздвигнут в Севастополе в 1834 году и посвящен уникальному подвигу русского офицера, капитан-лейтенанта Александра Ивановича Казарского. 14 мая 1829 года 18-пушечный бриг «Меркурий» под командованием Казарского был настигнут двумя турецкими линейными кораблями, имеющими в сумме десятикратное превосходство в количестве орудий. Противник понимал, что победить многократно превосходящее по огневой мощи линкоры было невозможно, поэтому предложил Александру Казарскому сдаться. Русский капитан ответил отказом и предупредил турков, что если потеряет надежду остаться в живых, то взорвет бриг вместе с вражескими судами. Несмотря на безвыходность ситуации, русский корабль бесстрашно вступил в неравный бой с турецкими линкорами и под руководством Казарского сделал невероятное. Умело маневрируя возле вражеских судов, он нанес противнику такой серьезный урон, который вынудил его выйти из боя. Одержав блестящую победу в этом морском сражении, бриг «Меркурий» хоть и получил множественные повреждения, но самостоятельно вернулся в строй русской эскадры. Спустя 5 лет по инициативе командующего Черноморской эскадрой адмирала Михаила Лазарева в Севастополе был сооружен монумент в честь подвига брига «Меркурий». На постаменте памятника нанесена надпись, которую по архивным данным повелел написать российский император Николай I Казарскому «Потомству в пример». Подвиг и мужество Александра Казарского всегда будут примером для нас, сотрудников органов внутренних дел. В этом году 60-летие со дня образования службы отмечают органы предварительного следствия МВД России. За более чем полувековую историю мы прошли непростой путь формирования и становления, но, несмотря на сложности, главной целью для нас всегда становилась неотвратимость наказания для тех, кто преступил черту закона. Я искренне горжусь тем, что служу в следственном управлении УМВД России по городу Севастополю. Ведь наш город имеет героическую историю, в которой тесно переплетены отвага и любовь к Отечеству. Если вы мечтаете о стабильности, профессиональном и карьерном росте, то следующий сюжет именно для вас. Расскажем об условиях поступления в образовательные организации МВД России. Совсем недолго осталось ждать, когда в школах прозвенят последние звонки. Однако уже сейчас стоит задуматься над будущей профессией. Одни из самых почетных вакансий в органах правопорядка. Каким вы видите свое будущее в качестве сотрудника органов внутренних дел? Каждому курсанту нашего вуза предоставляется гарантированное трудоустройство в органах внутренних дел. Что касается меня, то после выпуска я буду работать следователем. В дальнейшем я вижу себя успешным сотрудником органов внутренних дел, который в любой момент может прийти на помощь гражданину и решить его сложную жизненную ситуацию. Во время обучения в вузах системы МВД России студентам предоставляется стипендия, жилье и ряд других льгот. Например, годы обучения зачисляются в стаж службы. Что интересного можете рассказать о своей учебе? Ну, могу сказать то, что обучение в данном заведении весьма специфично. Оно отличается от гражданских вузов тем, что у нас существует распорядок дня, определенный режим. Также помимо занятий мы заступаем в наряды по университету. Но это не мешает обучению. Также можно реализоваться на нашем университете как в спортивном, творческом плане, научном. То есть проходят различные заседания, кружки научные, спортивно-массовые мероприятия и творческие всякие концерты, представления и так далее. Перед поступлением в ведомственный вуз необходимо подтянуть не только знания, но и физическую подготовку. Чтобы стать курсантом и носить форму, нужно быть в форме. Как вы готовились к экзаменам и какие трудности возникли на этом пути? Лично у меня трудностей не возникло, но по опыту своих товарищей из потока могу сказать, что большая часть отсеялась именно на испытаниях по физической подготовке, поэтому именно им следует уделить больше внимания. Поступайте в вузы системы МВД России. Это гарантия стабильной и профессиональной карьеры. Вы смотрели 33-й выпуск «Безопасного города», который мы записали в обновленном зале коллегии МВД России по Севастополю. Программа о тех, кто не просто служит в полиции, но и любит наш город-герой Севастополь. Берегите себя!